Самое сложное в приготовлении пудинга – не сожрать ингредиенты до начала приготовления. Вот тут вот куча всего. Понятно, что все сразу увидели флакон. Собственно, вот это вот все тоже как бы должно идти в пудинг. Включая хлеб, который натирается на терочке. Когда перемешиваем, очень сильный запах. Еще цукаты начали увлажнять чуть-чуть все. Бренди. К концу приготовления, естественно, там алкоголя уже не останется. Но останется очень приятный аромат от бренди. Так, намочили тряпку. Сыпаем мукой. Как только вы пихаете в кипяток, она, соответственно, превращается в такое тверденькое тесто. Все, пошла выкладка. Одна рука свободна, если что. Хватит нам? Да, мне хватит. Кипящая вода. Махмуд, закидывай. Здесь тоже видно под этой крышкой. Вон там он лежит. Ну, получилось. Да, все получилось.